Думаете, едете в захолустье, да? Сам выпросил поближе к своим друзьям. И поближе к Егору Петровичу Зубову. Да? Он понравится вам, и мама, они... Надеюсь, вы не будете забывать и найдете возможность почаще приезжать. А вы о маме тоже вспоминайте и не забывайте навещать. Федя! Уезжаешь? Далеко? Смешно. Что? Да нет, я просто вспомнила, как 5 лет назад с этого же перрона мы провожали Стёпу. Что же в этом смешного? Были мы тогда с тобой начинающими студентами. А теперь ты уже инженер. А я? Я никто. Но в этом виновата только ты. Одна. Да-да. Я одна. И настолько одна, что не с кем даже посоветоваться. Но то, что я могу посоветовать, вряд ли тебе подойдет. Да? Федя! Федя! Подожди еще, подожди! Подожди! Подожди, подожди! Ты хочешь сказать, что мы разные люди? Так это ведь жизнь доказала. И? Иду. А это кто? Знакомая. И только? Через минуту поезд. Прощай. Она? Вот она! Я не буду больше с вами разговаривать. Да, остается только писать. Ой, возьмите! До скорой встречи, Вера! Поздно, Таня. Поздно. Вот видишь, один раз в жизни я попробовала тебя послушаться. Поздно, поздно. Можно подумать, что на нем свет клином сошелся. Что? Не понимаю, что он в ней нашел? Наверное, человек. А я?